Ипон, бро, я в последнее время все чаще вижу веселую троицу детей Кадырова, и самый забавный это Адам, чемпион по съеданию котлет. Как думаешь, когда они поедут брать? Ах, яд, а не обессудь, так получилось. Когда они поедут брать Киев, да, ты хотел спросить? Я не знаю, но я знаю, что Кадыров туда отправит кого угодно. И своих детей, и всю семью свою туда отправить, лишь бы самому туда не поехать, чтобы не вставать с этого роскошного дивана. Так что не исключено, что они там появятся. Сыновья Кафырова на фронте. Может быть, уже даже отправил. انتظريني انتظريني.